нашей Маше сегодня такой праздник. Такой праздник, я прям счастлива, прям не знаю. Маша, поздравь, у нас начинается новый этап. Ну да, вы женитесь, да, как мне кажется. Фу, какая гадость. Маша, ты что, сдурела, что ли? Мы жениться, ты что? А что у вас вот это всё, что это такое? Вот это платье, костюм на Павле, это что такое? Маша, понимаешь, традиции. Дед, ну вы с Павлом что, решили меня сегодня совсем, что ли, это заморочить? Веселимся, давай, пускай веселимся. Горько. Ну, давай последний раз. Что последний раз? Ну что это такое, не поняла. Маша, это развод. Мы разводимся. Вот решили распраздновать это как раз, как следует. Да, у вас прям не знаю, что такое. Давай, поздравьте, мадам. Мадам, поздравляю вас с избавлением от меня. Спасибо. Поздравляю, спасибо. И вас поздравляю с окончанием моральных учений. Тоже спасибо. Пожалуйста. Ну вы даете. Ну что вы знаете о моральных мучениях, идиоты? Господа и дешевые гости, предлагаю выпить за добросовестную, разрушенную, ячейную, общественную истерику. Ура! За новое счастье и свободу, ура! За новый этап жизни, ура! Ой, господи. Дорогие друзья. Ой, господи. Мы с вами являемся свидетелями событий, которое останется в памяти надолго. Наконец-то пали узы сковывающих молодых. Малой Павел от третьей годовли больше не любить молодую и не заботиться о ней до самой смерти. Да. А вы, молодая, готовы ли плевать на Павла и чихать на него? Да. Есть, согласна. Объявляю вас не мужем и не женой. Ура! Господи, ой, как хорошо все кончилось. Все позади, какой праздник отличный вышел. Люблю традиции, господи. Завтра поклею фотографии. Ой, господи.